Ты водишь прям как моя бабушка. Да ладно, не так все плохо. Прям как девка. Ах ты, чуть не вляпались. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись. Кто попал? Ладно, пошел, пошел. Ладно, ладно, поехали, поехали. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторви. Прикрой меня, Вита. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись. Помоги. Ты в порядке? Покажи глазу! Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторви! Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись. Ладно, Вита, поплыли. Ты холостыми? Я кровь. Это все, что ты можешь. Я видел белого мужчину с пистолетом. Понял. Это что такое было, Генри? Не двиг... Тут белый с серьезным оружием. Прикрой меня, Вита. Без понятия. Наверное, кто-то узнал о сделке. Копы точно были ряженые. Может, китаёзы решили нас надуть? Сомневаюсь. Слушай, я разберусь, но сперва надо сбыть товар. Вито, гони к старому складу на Хантерс. Надеюсь, в этот раз все пройдет лучше. Не сомневайся. Хуже уже некуда, правда?
Кому мы толкаем товар? Разным ребятам. Эй, в каком это смысле разным ребятам? Разным ребятам. Ты что, оглох, что ли, от всей этой пальбы? Я что-то слышал про просто перевалим товар с места на место. Но если продавать по чуть-чуть, то бабла-то больше. Я на работу опаздываю. Я бы предпочел это знать до того, как подписался на дело. Судя по тому, как ты в парке трясся, ты бы вообще не пошел. Да, именно. Слушай, так как есть. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, пахать 30 лет жизни на Эдди Скарла, пока тебя не уберут или за решетку не загремишь. Ты в жизни такого бабла не увидишь, если будешь сидеть на заднице. Когда я плохое советовал? Ну, с талончиками, и когда нас чуть не угрохали, пока мы мочили того жердяя на Сент-Айленде. Ладно, хватит. Завтра это уже будет фигня. Поехали в Хантерс. И не волнуйся, сегодня мы видим эту шваль первый и последний раз в жизни. Разве что плотно этим займемся. О, слушай, давай разберемся с первой партией, а потом будем планы строить, ладно? Ну да я просто сказал. Вито прав. Давайте просто доживем до вечера. А потом все будет в ажуре.